Здравствуйте, дорогие друзья, на связи с вами снова Моряк, он же Куликов Сергей. Ну что же, поздравляю вас, подошел к концу очередной наш месяц, очередной месяц май. Вот-вот настанет лето, и давайте посмотрим, кто же у нас стал победителями в майских конкурсах на канале Моряка. Не тянем время, как обычно, переходим и смотрим. Ну что же, друзья, давайте поглядим. Итак, первым делом я, конечно же, хочу вам сказать, что... Помните, в прошлом месяце я устраивал голосование на то, сколько у нас теперь будет финалистов? Два фокусника и два комментатора, либо как раньше, три комментатора и один шустрый фокусник. Итак, внимание на экран. Ну что же, следующим шагом, я думаю, будет разумно познакомиться с результатами нашего голосования. Того самого, которое я объявлял вот в видео о том, что стартует новый конкурс. Итак, давайте мы зайдем в раздел «Подсказки». И выберем вот наш опрос. Здесь вот, собственно, результаты опроса. Давайте посмотрим. И как я и предполагал... Большинство матросов и русалок проголосовали за то, чтобы у нас было два комментатора и два шустрых фокусника вместо привычных нам трех комментаторов, как было ранее. То есть, как мы видим, 74% за 2 на 2 и 25% за 3 комментатора и 1 фокусник. Я тоже склонялся к этому мнению, друзья. Что ж, вы сами решили, и теперь... У нас, значит, отныне будет два комментатора и два шустрых фокусника. И кто же в этом месяце стал двумя шустрыми фокусниками? А вот это мы сейчас и проверим. Ну а посему, друзья, приступим к нашему обзору победителей. Итак, теперь у нас, значит, место номер два. И победитель, комментарий, который мне понравился, это Дима Девятин и его комментарий к конкурсному фокусу номер один. Итак, что же у нас получает Дима? А Дима из сундука моряка по давно сложившейся традиции получает вот такие вот картишечки Хойл. Да-да, обзорчик на них вы уже смотрели, я думаю, уже успели заценить эти карты. Итак, победитель, точнее, место номер один среди лучших комментаторов, это комментатор с ником Silver Snake и его коммент к фокусу веер. Итак, что же получает Silver Snake? А Silver Snake из сундучка получает картишки, которые называются Tally Ho. Это у нас фэнбэк. Вот такие вот карты получает у нас мистер Silver Snake. Далее. Шустрые фокусники. Давайте я сразу вас с ними ознакомлю. Кто же стал самым шустрым? Итак, друзья, давайте посмотрим, кто же стал у нас самыми первыми, самыми быстрыми фокусниками. Итак, самым первым был у нас Станислав Сонин. Именно он 2 мая, то есть в тот же день, 18.57, прислал правильное оформленное и правильно поданное обучение. Итак, переходим по ссылке и смотрим. Всем вот привет, у нас меня зовут Станислав обучение Сонин, как раз это обучение Станислава. Конкурсному фокусу номер один на канале «Фокусы от моряка». Итак, кто же был вторым? Вторым у нас был Кирилл Лихачев. Он также 2 мая в 20.06 прислал правильное обучение. И правильно оформлено оно причем было. И вот его, собственно, ссылочка. Давайте перейдем и посмотрим. Добрый день. Также нет, обратите внимание, снято более-менее качественно от первого лица, в общем, все как надо. Обучение правильное, давайте я также посмотрел. Ну что ж, друзья, вот они наши победители, теперь давайте перейдем и посмотрим, что они получат. Итак, друзья, как вы видите, в первый же день ребята сразу прислали обучение. Итак, значит, Кирилл Лихачев. Кирилл Лихачев. Что получает Кирилл Лихачев? Кирилл Лихачев получает
классику. Проверенную годами классику – это Bicycle Standard. Ну, а кто же у нас стал самым-самым везунчиком? Ну, как их вы уже знаете, что это Станислав Сонин. И что же получает Станислав? А вот Станислав получает такую вот новенькую колоду от теории 11, которая называется Citizens. Вот именно такую вот колоду получает у нас Станислав Сонин за то, что стал самым первым. Да, кстати, Станислав, если вы не против, то я сниму обзор вот на эту вот колоду. Надеюсь, вы будете не против, и все моряки нашего судна полюбуются на нее. Я думаю, это очередной шедевр теории 11. Ну что ж, друзья, вот они наши победители. Дима Девятин, Сильвер Снейк, Кирилл Лихачев и Станислав Сонин. Именно они в мае месяце были лучшими. Ну что же, уважаемые победители, пишите свои адреса мне в личку на Ютубе. Вот, и после 15 числа карты вам будут отправлены. Все те, кто не выиграл, друзья мои, не расстраивайтесь. В вашем распоряжении месяц, первый летний месяц, июнь. Пользуйтесь этим временем и надеюсь, что вы победите. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и до следующих встреч на нашем судне. Пока!